Всем привет, Кент на проводе. Я надеюсь, что вы помните, чем мы сегодня будем заниматься, потому что именно сегодня я буду приручивать вот это волчонка, и он станет моим домашним животным, моим любимым питомцем. Но перед этим я хочу вам показать мою стену почета. Я ее немного дополнил такими именами, как Ангелинка ТВ, Соломия Покарчук, или Покарчу, в гостях у нас, Гоша Го, Востер 21, Драго, и, внимание, на второй стороне тоже есть имена. Я ее немножко обустроил. Марк Бедин, Найкер 1337, Мистер МС Мини, Амал Мухаммед, Белка UT32, Майнкрафт Геймс. Так, уже пора спать, ребята. Ну, вам спать, а мне готовиться к экзаменам. Блин, ребята, как же вам повезло! А я сегодня навряд ли буду спать, потому что у меня завтра очень важный день. Ну, вроде волчонок там есть. Мне осталось всего лишь взять кости, которые я нафармил без записи. 18, но я думаю, что это будет много, поэтому я возьму 11 штук, это чуть больше половины. Также я не заметил, но у меня есть небольшой косяк, сейчас его исправлю. Все, отлично, теперь Minecraft Pocket Edition во весь экран. О, привет, как мы тебя назовем? А вообще, ты девочка или мальчик, или как определять? У меня сейчас будет самая большая проблема, это главное его не ударить, а покормить. Братишка, я надеюсь, что я тебя покормлю. Фак, я ударил его! Ну, ё-моё, ребята, ну что я сделал не так, как его кормить? Я в битве экстрасенсов не участвовал, я не знаю. А, лол. Ага, агрошкольник. Так, он уже разогрелся, да? Дружище, ты меня забыл, я тебя не бил, все хорошо. Давай дружить, как тебя кормить? А ну, отвечай, как тебя покормить? Дружище. Ага, укротить. Ништяк! Лол, дружище, прости, что я тебя ударил, я не хотел. Стоять. Все, го за мной. Ты будешь сторожем моего дома. Потому что, видишь, всякие пауки бегают по моих лодках, а ты их будешь бить. Ага, я кое-что забыл. Тебе нужно простроить небольшую дорогу, потому что сам ты чуть не особо умеешь строить и вообще ходить не умеешь. Запрыгивай сюда. Или не, давай так, чтобы было тебе. Ты смотри, ты куда? Я тебя чуть не ударил. Не-не-не, железная дорога, блин! Брат, ты куда идешь? Ну, в принципе, можно и так пойти. Так, стой на месте. Я тебя уже кормить не буду больше, не рассчитывай. Так, го за мной. Ничего себе ты шустрый. Офигеть, он даже хвостом машет мне. Мол, такой, типа, я в хорошем настроении, Кент, поиграй со мной. Ну, поиграю только после сессии. Теперь нам надо обустроить место для нашего питомца. Я думаю, что надо взять нашу белую дорожку. А, у меня ее нету. Ну, значит, сделаем белую дорожку. Так, все, ништяк. Двери я закрою, чтобы он случайно не вышел. Так, дружище, это не твое место, иди сюда. А ну. Я думаю, что ты будешь тут жить в углу при встрече, то есть все, кто будет заходить в мой дом, ты их будешь встречать. Думаю, что мы с тобой удружимся. Иди сюда, не-не-не, сюда. Давай. Да не тупи. Так, ты что, в текстуре застрял? Все, ништяк? Брат, ну я тебя покормлю, если будешь хорошим мальчиком. Давай, ну куда ты, не убегай! А ну иди сюда! Так, как я тебя назову? Давайте я его назову так же, как звали когда-то моего пса. Малыш. Малыш, иди сюда! Не убегай! Да, у меня в селе, когда я жил еще в селе, был прекрасный песик, его звали Малыш, его кличка была Малыш. И поэтому нашего парня, нашего питомца, нашего волчонка я назову аналогично.
Только меня что-то не устраивает, что он очень жестко тупит. Да иди ты куда забежал, это железная дорога. Ты еще слишком маленький. В общем, это твое место, ты должен тут сидеть. Повторяй за мной, смотри, вот так ты должен делать, сидеть тут и прыгать. Не, лучше не прыгать. Иди, давай, брат! Так, сидеть! Ништяк! Малыш, это твое коронное место. В общем, ребята, серия сегодня выйдет короткая, потому что мне надо серьезно готовиться к завтрашнему дню. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, ждите следующих серий. Также напоминаю, что на стену подсчета может попасть каждый, вам лишь нужно проявлять активность. Делайте репосты, ставьте лайки. С вами был Кент, всем пока.